Классическое произведение Феликса Мендельсона «Песня без слов» теперь звучит по-новому. В классическом варианте его играют на скрипке или фортепиано. Но Дарья решила использовать более современный инструмент – синтезатор. Я выбрала именно синтезатор, потому что очень разнообразный выбор музыкальных инструментов. Мы можем играть и джаз, и рок-н-ролл, и классику. Это очень круто. Нажатием одной кнопки инструмент позволяет переключаться между звуковыми режимами. Синтезатор может издавать звуки скрипки, гитары, барабана и даже такого экзотического инструмента, как клавесин. Самых сложных задач – это на клавишном электронном инструменте сделать аранжировку. И работать в синтезе всего того классического достояния, применяя при этом современные цифровые технологии. Такой необычный концерт прошел в Химках впервые. Его подготовили воспитанники Центральной детской школы искусств. Классические произведения Баха, Грига и Шостаковича дети исполнили в современной обработке. Учеников поддерживали педагоги и родители. А мама юной клавишницы Таисия вышла на сцену вместе с дочкой. Мы хотели исполнить что-то современное, что-то новое, еще не то, что еще не звучало со сцены. Мы играли дуэтом, и Таисия первый раз пробовала себя в качестве аккомпаниатора. Педагоги признаются, классические произведения играть довольно сложно, но все участники концерта справились со своей задачей. В дальнейшем они планируют представлять Химки на областных и всероссийских музыкальных турнирах.